Ну, здрасте. Сегодня будем распаковывать Apple Watch Series 5 в керамическом корпусе. И не просто распакуем, потому что многие это уже сделали. Да и в целом тут рассказывать особо не о чем. Мы вспомним историю Apple Watch Edition. Так просто будет интереснее. Началось все в 2015 году, когда Apple представили еще первую версию Apple Watch и показали специальную версию в 18-каратном золоте, которая, как бы вы думали, сколько стоила? От 10 до 17 тысяч долларов. То есть в топе она стоила чуть больше 1 миллиона рублей. Ну, как бы настоящее золото. Потом специалисты выяснили то, что золото там на 600 с лишним баксов, плюс сами часы, ну и в итоге $1000, а Apple продавала это за 17 тысяч. Там, конечно, была специальная коробка такая колхозная с лайтнингом, но тем не менее, это был статусный продукт, который никто не покупал, именно поэтому уже со вторым поколением Apple забыла про настоящее золото, сделала Apple Watch Series 2 в керамике, к тому же еще с первого поколения были Apple Watch с ремешками Hermes или Hermes, не знаю, как правильно читается, можете об этом написать в комментариях. Керамическая версия уже приглянулась людям, она тоже безумно дорого стоила, около 100 тысяч рублей на наши деньги, но согласитесь, это не миллион вообще ни разу. В третьей версии осталась та же керамика, добавили красную кнопку, чтобы это хоть как-то отличалось, к тому же, что в третьей, что во второй версии, коробки от обычных Apple Watch тоже отличались. В комплекте шло специальное зарядное устройство, которое продается отдельно, такой симпатичный док, но тем не менее, приятно, ты покупаешь дорогие часы, тебе какие-то подарки дают. Потом случилось Series 4, и в этот момент Apple решили вообще отказаться от версии Edition. Остались только Hermes, они шли в специальной рыжей коробке, плюсом в часах были эксклюзивные циферблаты, которые нигде больше увидеть нельзя было. То же самое касается и версии Nike. Да, продаются Apple Watch в версии Nike, причем даже официально у нас в России. У них помимо, вот, кстати, ремешок от Nike, но в Nike версии идет и специальный циферблат. И вы никак не можете поставить вот эти Watch Face на обычный Apple Watch ни от Hermes, ни от Nike. Ребят, у нас тут распродажи проходят, и поэтому приходит к нам огромное количество брендов, а я стараюсь подбирать для вас самое интересное. Надеюсь, вы не обижаетесь на большое количество рекламы, ну и плюсом мы ее помечаем, а вы можете ее просто перемотать, если вам не нравится. Справедливо? Итак, сегодня в нашей рекламной паузе вот такой бренд. Называется 70 Mai. Что самое интересное, это дочерняя компания Xiaomi, которая производит аксессуары для автомобилей. Плюсом видеорегистраторы. Видеорегистратор от Xiaomi? Ну, давайте посмотрим. Ко мне в руки попало два устройства. Это видеорегистратор Dashcam Lite, а также стартер для авто, который называется Jump Starter. И самое главное, их можно будет взять по акции с 11 по 12 ноября на AliExpress. Очень дешево. Начнем с регистратора. Вот таким образом он выглядит. Внутри сенсор Sony IMX307. Можно писать Full HD видео 30 кадров в секунду. Угол охвата 130 градусов. И самое главное, есть ночная съемка, что особенно актуально сейчас, перед зимой, потому что темнеет уже в 5 вечера. А будет темнеть в 4 вообще. Есть тут и встроенный аккумулятор на 500 мАч. Можно поставить карточку памяти до 64 гигабайт. Из особенностей есть специальный датчик удара. То есть, если вы в ДТП попали, то камера все это автоматом запишет, даже если машина стоит на парковке. Вот это отлично. Можно также подключить отдельно GPS-модуль, который покупатели 11 ноября могут получить бесплатно в качестве бонуса. Ну и, естественно, есть поддержка iOS и Android приложений. Осталась у нас цена. В период акции она составит всего 2700 рублей. За Xiaomi недорого. Но не уходите далеко, потому что у меня здесь еще есть вот такой прикуриватель, можно сказать, огромный пауэрбэнк на 11100 мАч. Его действительно можно использовать как пауэрбэнк, потому что здесь есть Type-C, в комплекте также вот такая коробка, а еще вот такие клеммы. Подцепили и завели. Что касается вашего авто, то полного заряда этой штуки хватит на 40 запусков 3-литрового движка. Пиковая мощность 600 ампер, он предназначен для бензиновых двигателей до 4 литров, а также дизельных до 2 литров. Корпус защищен от внешних изменений климата от минус 20 до плюс 60 градусов, а поэтому такая штуковина может у вас всегда лежать в машине. Стоимость по акции всего 3000 рублей. Итого вот такой комплект можно урвать за чуть меньше, чем 6000 рублей. Вполне себе подарок, намек поняли. Ссылочка в описании.
Едем дальше. Всегда продавались алюминиевые и стальные Apple Watch в разных цветах: серебристые, черные, розовые и золотые. Еще один любопытный факт: в версии с алюминиевым корпусом стекло идет Ionix. На самом деле это обычное закаленное стекло, которое на ура царапается. Я с Series 5 хожу, ну, получается, пару месяцев, и я их уже максимально сильно расцарапал. И это, конечно, не сапфировое стекло, которое поставляется в версии со сталью и так далее. То есть все, что дороже стали, уже сапфир. Ну и, наконец, Series 5. Есть несколько моделей. Это по-прежнему алюминий, это по-прежнему сталь, это по-прежнему целая куча ремешков. Я вот себе столько уже взял, чтобы попробовать и посмотреть все. Появилась керамика вновь, которую я как раз купил, и мы сейчас распакуем, а также титановая версия Apple Watch, которой не было никогда. И если керамику оставили только в белом цвете, потому что в Series 3 керамика была и белая, и темная, то стальная версия продается как раз-таки в светлом варианте и в темном. Но мне, тем не менее, хотелось попробовать керамику. Во-первых, из-за того, что я расцарапал свои обычные Apple Watch Series 5. Во-вторых, у меня никогда не было версии Edition, и почему бы, собственно, и нет. Коробка. Первое, что я вижу, это как раз-таки то, что, начиная с Series 5, коробка никак не отличается от обычных Apple Watch. Вот от моих Series 5 коробка, вот от керамических. То же самое, что это означает, то, что никаких ништяков мы с вами от Apple в этот раз не получаем. И это, конечно, прям печально. Но, тем не менее, давайте вскроем. Всегда дело приятное. У меня есть вот такой канцелярский нож за 30 рублей и часы за 120 тысяч рублей. В России стоит подороже, хотя официально у нас не продается. Где брать, вы и сами знаете. В магазине Big Geek у нас вообще ни сталь, ни титан, ни керамик не продается. Лишь по той причине, что в этих часах используется eSIM. А eSIM в России, как известно, до сих пор официально нет. Поэтому и нет подобных часов. Было бы неплохо, чтобы они продавались. Но, тем не менее, снимаем мы пленочку. Здесь у нас написано White Ceramic Case Series 5 44 мм и уже отмечена красная кнопочка, чтобы вы как-то помимо белого корпуса все равно выделялись. Вот таким образом коробка у нас открывается, то есть так же как на Series 5 мы делаем вот такое движение. Открываем. Внутри у нас непосредственно коробка с часами, а также дополнительный ремешок. В моем случае это кожаный ремешок черного цвета. Сколько все это стоит официально? Если мы говорим про титановую версию, она продается в США от $800, то есть чуть больше 50 тысяч рублей. Если мы говорим про керамику, это уже $1300, то есть 80 тысяч рублей. В топе, например, с стальным ремешком, это уже $1600, 44 миллиметра, то есть ровно 100 тысяч рублей. Опять повторюсь, в России я с кожаным взял за 120, потому что дефицит, как оказалось, нет у нас богатых людей, а все покупают. Тем не менее, давайте посмотрим. Это мы аккуратно убираем. Посмотрим сразу на кожаный ремешок, потому что у меня черных официальных не было. Вынимаем. Вот так выглядит кожаный ремень. Слушайте, у меня были поддельные. Честно сказать, они никак не отличаются. Ну, то есть, прям вот ровно то же самое. Но приятно, что в комплекте такой все-таки есть. Теперь сами часы. На коробке видим то, что есть вот такой логотипчик. Видно то, что это керамическая версия. В остальном она никак не отличается ровным счетом. Вскрываем. Ничего сверхъестественного здесь увидеть не хочу, потому что знаю, что коробка мало чем отличается. Здесь у нас всякие инструкции. Так. Вот это, кстати, что-то другое, потому что в стандартной коробке ремешок. Сейчас посмотрим, как он там лежал. Да, смотрите-ка. Я понял. В обычных Series 5 ремешка попросту вот в этой коробке нет. Здесь у нас, там, где лежат все инструкции, находится и дополнительный ремешок. В моем случае это вот такой силиконовый белый. Я, скорее всего, даже с ним буду ходить, а не с кожаным, потому что силикон действительно очень удобный, а Nike плюс ремешок вообще сказка. Так, дальше у нас инструкции. Есть вот Watch Edition, все пронумеровано. Ниже блок питания, и он у нас с USB-A. Блин, Apple... Edition версия, ну хотя бы к ней можно было положить зарядник с Type-C. Почему нет? Почему здесь обычно USB Type-A? Ну, как это называется? Причем прям
странный. Ну и вот таким образом выглядят сами часы. Кнопка у нас с красной окантовкой, внутри черная. Естественно, продаются они вот в таком специальном кейсе, защитном, мягком. Мы вынимаем и видим здесь белую керамику. Смотрится, конечно, это все, ну, реально очень. Кстати, кто-то говорит, что по-бабски, но мне прям нравится. И по сравнению с серебристыми алюминиевыми, прям вот какой-то космос. Сразу хочу надеть ремешок и посмотреть, как все дело с ремешком выглядит. Так, натуральная кожа. Все правильно. Хочу вставить. Окей, вставилось. Второй. Да, сложнее почему-то вставляется. Видимо, из-за того, что это керамика, и почему она столько стоит. Керамика, на самом деле, хрупкий материал, и его сложнее обработать, чем, например, сталь или алюминий, или даже титан. Именно поэтому создать вот такой корпус, инженерная мысль должна быть прямо на высоте. Поэтому столько и стоит, но оно и смотрится красиво. Давайте попробуем на руку надеть. Текс. Ну вот так все это выглядит. Не сказать, что я прям фанат, мне кажется, кожаного ремешка, потому что тот же силикон смотрится просто лучше и носить его удобнее. И вот здесь прошу заметить одну интересную особенность. В ремешке, который идет в комплекте, застежка вот здесь, она тоже керамическая, поэтому отдельно вы такой не купите, а Apple вместе с Edition вам продадут. Но вот силиконовый ремень входит вообще как родной. Раз... Два. Надеваем все это на руку с керамической застежкой. Да, ну вот сейчас, то, что надо. Все-таки кожаный зря переплатил. Надо было взять просто обычную с силиконовым ремешком, но посмотреть было интересно. Вот таким образом это все выглядит. Мы посмотрели на историю Apple Watch Edition, посмотрели на керамическую версию. Здесь, естественно, есть и NFC, и есть GPS, и есть SIM. То есть эта версия именно вот в плане своей функциональности от той же стальной не отличается никак. Но зато престижно и классно смотрится. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Аккуратно все сложим. Вы можете аккуратно подписаться, аккуратно поставить колокольчик. И аккуратно написать какой-нибудь приятный комментарий. Здорово я загнул. Или написать, что я зажрался.